дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Давайте посмотрим совет ангелов на предстоящую неделю. Вот сразу два совета. Начните применять то, что вы уже знаете. Доверьтесь своей интуиции. Вы создаете то, во что вы верите. Пора посмотреть, как сильно вы себя цените и любите. Ну, здесь применяйте то, что вы уже знаете. Доверьтесь своей интуиции. Вы идете правильным путем, правильно что-то делаете. Вот совет на этой неделе продолжать. Применяйте свои знания. Применяйте, делайте то, что вы знаете. И интуиция, она подсказывает. Интуиция – это связь с высшими силами. Вы создаете то, во что вы верите. Вот если вы верите в плохое, то значит это плохое, как бы, ну, вы его и создаете, да? Поэтому верьте всегда в лучшее, в светлое, и оно будет приходить в вашу жизнь. И пора посмотреть, как вы сильно себя цените и любите. Ну, значит, здесь ангел душевной любви, значит, здесь нужно обратить на внимание, начать, может быть, больше ценить себя, любить себя. Вот это совет на эту неделю. Доверьте своей интуиции, любите себя. И верьте вот в хорошее, и оно начнет в вашей жизни материализоваться. Всего вам доброго.